Ну и раз обещал анекдот в конце, будет анекдот в конце. Значит так. От одного мужика постоянно пахло, извините, говном. Ну просто так сильно, что просто невозможно. И что он только не делал, и что жена ему только не делала. Странно, что она, конечно, с ним жила. Но и вот она прознала, что шампунь хвойный, очень сильно убивает запахи, купила ему. Приходит домой, на, говорит, муж, помойся. Тот побежал в душ быстрее, намылся, намылился, вытерся, прибегает к ней. Ну, ну, давай, понюхай, ну как, что? Она-то понюхала. Фу, блин, как будто бы под елкой насрали.